Здравствуйте, я Сэм Мередит, представляю вам очередной выпуск программы «Прогноз на неделю». Со мной на связи Джаред Дэвис, глава трейдингового отдела в компании Smile Global Management. В пятницу, 24 апреля, министры финансов еврозоны проведут встречу в Риге. Большинство из них скептически настроены по отношению к Греции и ее обещаниям выполнить все конечные сроки уплаты ее долгов. Как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться эта ситуация? И какое влияние эта встреча может оказать на настроение участников рынка на данном этапе? Мы полагаем, что ситуация с Грецией не будет решена в ближайшее время. В игру уже вступили различные политические технологии, в том числе и пропаганда. Каждая сторона пытается получить как можно больше сторонников для себя. В итоге должен наступить переломный момент во всей этой ситуации. В итоге мы не думаем, что Греция все же примет решение о выходе из еврозоны. Продолжая тему еврозоны, завтра будут опубликованы данные экономических настроений в Германии, а также среднесрочные прогнозы для экономики этой страны. Что вы ожидаете увидеть в этом отчете и насколько важными будут эти данные в будущем? В том числе будут опубликованы и данные о настроении среди институциональных инвесторов. В целом мы полагаем, что настроение в экономике Германии улучшится. Не последнюю роль в этом сыграли и действия Европейского центрального банка и их программа КС. Большинство участников рынка положительно восприняли новость о монетарном стимулировании в Европе. В целом мы ожидаем, что в будущем индекс ZEW в Германии будет и дальше улучшаться, чего нельзя сказать о других странах еврозоны. Тем не менее, я не думаю, что улучшение экономических данных Германии окажет какое-либо влияние на остальные страны еврозоны или поможет повысить курс евро. Курс единой валюты по-прежнему будет зависеть от разницы в монетарных политиках центральных банков. И последний вопрос. На какие еще события на этой неделе стоит обратить внимание? Возможно, нас ожидают какие-то сюрпризы? Я бы посоветовал обратить внимание на данные индекса потребительских цен в Австралии, которые будут опубликованы в среду. В зависимости от того, каким будет уровень инфляции, Центральный банк Австралии уже заявил, что он готов пойти на дальнейшее понижение процентных ставок. И, скорее всего, их монетарная политика по-прежнему будет оставаться мягкой в обозримом будущем. Учитывая недавнее понижение курса австралийского доллара к американскому, мы ожидаем, что данные индекса потребительских цен будут хуже, чем мы ожидали. Мы и так прогнозируем усиление нисходящего давления на австралийский доллар. И оно только усилится, если данные индекса потребительских цен будут хуже, чем мы ожидаем. Если так и будет, то нисходящее давление на курс местной валюты продлится до следующего заседания Резервного банка Австралии. Кроме того, сейчас активно обсуждается вопрос о том, будут ли они понижать ставки в ходе следующего заседания. Джаред, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Докоскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ. Всего доброго!